Внимание мировых агентств в эти минуты приковано к событиям на юге Москвы. Около часа назад в столичном Чертаново в жилые дома упал неопознанный объект. В городе введено военное положение. Прилегающие улицы закрыты для движения транспорта, местные жители эвакуированы. Тем не менее, многие отказались уходить. Я напомню, жертвами инцидента стали 232 человека. Десятки числятся пропавшими без вести. В больницах остаются более 500 раненых. Мне не нравится то, что происходит. Да и никому не нравится. Просто мы ничего не делаем. А какие у нас есть варианты? Можем свалить куда-нибудь, можем терпеть это все. А можем встать и сказать, это наша земля. Это наша земля. У меня все.